привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Я сделал очень много экспонатов, где торчат руки и ноги, а Серега будет угадывать. Ну что, Серега, давай! Если не угадываешь, аниматроник тебя мочит. Понял. Это Фредди обычный. А, это Бонни. Мочи его. Ну как и тебе, классно сегодня у нас выйдет рубрика. Да. Серега будет сегодня сливаться. Все хотели, чтобы Серега часто умирал. Вот и будет у нас отместочка. Ну что, давай дальше. Давай. Это. Только у одной крячи такие лапы. Это Чик. Интересная нога. Это Фокси. Угадал. Угадал. Молодец. Так, не мочи его, не мочи. Сегодня он старается. Так. Вот это уже интересно. Специально, ребята, поприкрашивал, как вы и просили в комментариях, чтобы Серегу максимально сильно запутать. Если вам понравится эта серия, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что мы стараемся ролики выпускать каждый день и веселые, которые поднимают людям настроение. Ну что, кто это? Воняет, да? Воняет, да-да-да. Блин, я боюсь, это вот только два варианта у меня сейчас на уме. То именно сейчас я не могу понять это. Ну, давай, пусть это обычный Фредди. Молодец. Угадал. Ладно. Это, кстати, самый легкий сейчас идут. Дальше будет сложнее. Это той Фредди, мне кажется. Хотя я не уверен на все супер. Стой. Давай, остаточный вариант. Зеленый цвет. Ну ты его по-любому перекрасил. Я же вижу. А все перекрашены. Аниматроники все перекрашены, каждый изменен по цвету специально, чтобы ты не мог угадывать. Зеленый цвет. Ну это по-любому ты перекрасил, я сразу понял. Ну, скорее всего, это той Фредди. Милодец. Дальше. Красавчик. Так. Блин. А уже красная пошла на губ. Теперь вообще непонятно, от какого это аниматроника. Видно. Я думал. Я не вижу ничего. Просто анимация лица, как будто ты прям подглядываешь туда. Если я на корточки сяду, то увижу, но так нет. Ну. Кто же это может быть? Красная лапа. Может. Бонни? Нет. Это, скорее всего, той Чика, Дима. Точно? Да, той Чика. Молодец. Давай дальше. Ля, какая лапа. Ля, крыса тут сидит какая-то. Вот сейчас, Angry Panda, готовься. Сейчас он будет погибать. Эй, не наступай на голову им там. Ой. Осторожно, новые аниматроники. Так. Серега думает. Я со всех сторон так смотрю, думаю. С какого это же перепугу аниматроник? Что это за покемон? Ну? Я думаю... Спрингтрап. Молодец, давай дальше. Заметь, я уже больше отгадал, чем ты на том видео. Так, там нема тех рэгдолов, которые в тот раз ты мне прятал. Они почему-то исчезли. Короче, некоторые ребята работают в мастерской, они то появляются, то исчезают. Почему, я не знаю. Так, интересно. Кто же это? Может быть, Nightmare Freddy? Думай. Либо Nightmare Freddy... Либо аниматроник. Nightmare Bonnie. Ну-ка. Я думаю, это Nightmare Freddy. Мочи его, наконец-то, не угадал. У них руки очень похожи. Вот сейчас Серега не угадает, потому что здесь вроде бы просто, но при этом это не тот, который он подумает. Давай. Лоудинг у нас. Это страшный у нас Фокси сегодня. Прям входит за Сережкой, хочет его замочить. Думай. Я думаю, это Голден Фредди. Мочи его. Ля-ля-ля. А они разные же. Нет, это та же Чика, что и... Или погоди. Ну да. Может, короче, ну с разных этих частей пилпака они были. Какая разница, ты не угадал. В этом был смысл, да, чтобы ты не угадал. Так, вот тут ты тоже не угадаешь. Сейчас уже пошли очень сложные аниматроники, которые Серега, скорее всего, угадывать не будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Кто это? Лап...
Так, а лапы... Я, ну-ка, смерю с лапами. Давай, 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 испоганься. Я думаю, это той Бонни. Той Бонни. Точно? Да. Да. Я, Серега, здесь очень сильно напутал, так что даже будут повторяться некоторые. Да ты знаешь, кто? Ну ты... конечно, я же специально так все сделал. Мне нравится то, что ты ее угадываешь. Так, аниматроник, пробежись кружок, размени себе суставы. Опа-па, и побежал, побежал. У нас сегодня аниматроник-робот, который управляется голосом. Блин. Ну это будет сложно, вот этот раз будет очень сложно. Ага, это Nightmare Bonnie. Точно? Нет, не точно, многоточно. Nightmare Bonnie. Не получилось, Димка. Ладно, 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 мелодец. А вот тут ты угадаешь по кисти? Ты, блин, его в голубой перекрасил. Конечно, не поймешь, кто это из аниматроников, блин. Давай, не угадывай. Я думаю, это жопа с ручкой. Нет, это не такого жопа нет с ручкой. Аниматроника. Это аниматроник Nightmare Foxy. Точно? Многоточно. Опять? Мочи давай. На тебе по башке. Я еще так можно... На, не успел. Ладно, аж пыль пошла. А вот сейчас ты опять не угадаешь. Потому что красный. Кто же это может быть? Ну-ну-ну-ну-ну. Классно получается. Этот ролик наконец-то настал, когда мы с Серегой будем отрываться, как хотим. Аниматроник ждет. Аниматроник-убийца, он такой. Только скажи, кого замочить, он мочит. Красная рука. Ну это точно не Фокси, ты его перекрасил. Это Nightmare Freddy. Точно? Точно, точно, да. Молодец, молодец, хорошо. Так, тут рука, он живая, как Терминатор. Эй, привет! У тебя шевелится она тоже? Да, шевелится. Ну... Она махает, привет, ты сейчас проиграешь. Блин, ну с какого это пивпака? Это уже я не знаю с какого. Но это будет сложно. Я думал, ты это все-таки не угадаешь на Nightmare Foxy, но ты все-таки угадал. Это Nightmare Freddy вообще. Ой, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рукой шевелит. Ну а кто это? Кстати, цвет оригинальный, не перекрашивал. А, поломанный Spring Bonnie? Точно? Я не знаю, ну, наверное. Давай. Я пошутил, что не перекрашивал. Я перекрашивал. Я так и знал, что ты перекрасил. Главное правило в таких рубриках: никогда не верь мне. Так, тут тоже не перекрашено. Это Old Chica по-любому. Вот по ноге сразу полю. Это Old Chica. Точно? Сломанная старая Chica, да. На фото. Мочи его. Стоп, а как? Мочи, мочи, мочи его. На тебе. Короче, сделал специально два одинаковых аниматроника. Тут высадил ногу, а там руку. И Серега, я уверен был, что назовет их по-разному. Так, вот здесь какой-то прикольчик есть, который тяжело будет тебе угадать. А тут даже так. Я угадал. Тихо, тихо, не угадывай. Ты же своих братьев и сестер знаешь. Конечно. Так, Сережка, ну кто же это? Может быть. Сейчас. Давай, давай, давай. Так, тут не видно. Кишки не видно. Из рук торчат. Может быть, старая поломанная Chica с FNAF 2. Точно? Точно. Молодец, молодец, так. Это кто она такая? Ну-ну-ну-ну-ну. Угу. Ну? Я думаю. У кого такая нога, может быть? У двух чилипиздриков. У кого? Ну, либо у эндоскелета. Так. Либо у старого Фокси. Так. Я думаю, это эндоскелет. Молодец, молодец. Так, вот здесь уже пришли с прикольчиком. Так. Так, кто же это может быть?
так, сравнивать ноги. Так, здесь такая нога, здесь такая нога. Ребята, вы тоже угадываете тайм-код? Пишите, я аниматроников. И кто угадает, попадет в ролик. Я думаю, да не додумаю, это Фредик из какой-то части. Просто, не, так не пойдет, надо что-то добавлять там. Клоновый Фредди, может. Какой? Клоновый. Оновый? Клоновый. Ага, это... Мочи его, на тебе, лежи вместе с ним, отдыхай. Прикольно, да, обманул? Классно, когда можно цвет поменять. Погоди, это той пони разве? Ага, вот давай дальше проигрывай. Я знал, что тут будет очень сложно тебе угадать. Ну что, кто это? Кто это? Так, красные ноги. Похоже, кстати, на его ноги. Обрати внимание, может быть подвох. Чтоб ты знал, ты знаешь, что я могу с подвохом сделать. Ты говно опять, наверное, двух. Не, не буду ничего говорить, зря это сказал, но да ладно. Ноги одинаковые, сразу говорю. Иди. Блин, реально одинаковые. Одинаковые. Полностью. Может быть, такое может быть, да. Ну, не подводник, но ноги у них очень похожи. Цвет может искажать же размер, ты знаешь? Когда чем темнее цвет, тем меньше кажется. Когда светлый цвет, то больше. Ну-ка. Кто это? Пони. Мочи его! Отлично, аниматроник сегодня у нас справляется со своим заданием. Twisted Foxy рулит. Так, ну здесь, я думаю, тебе будет очень просто угадать. Это прям такое лайтовенькое. Спринт-трап? Спринт-трап. Точно? Хорошо подумал? Да. Тут легко. Так, это кто у нас? Это горящая головашка. Кто же у нас тут сгоревший? Сережка, давай, ты сейчас проиграешь. В этот раз ты точно проиграешь. Ну-ка. Это... Сейчас, ребята, он попадется. Сейчас он попадется. Может быть, это... Ага. Жопа интересная, сгоревшая. Ну? Это Брунт Фредди. Сгоревший Фредди. Молодец, молодец! Давай дальше. Чисто ноги торчат, а вот ну? Кто? Брунт Фокси? Молодец! Я угадал, ты шо меня... Это, надо перепрограммировать, у него Серега винда подслетела, это сбой небольшой. Да ладно, нормально, оно же весело получается. Я помогу ему перепрограммировать его. В конце ролика поможешь ему перепрограммироваться. Есть один вариант у Сереги. Так. Большие ноги, это кто может быть? Ну не знаю, у кого такие ноги здоровые. Много кого такие. Ну да, я знаю, они, кстати, одинаковые. Там половина аниматроников, они такие одинаковые все. Возле окна видно голову, не подходи до окна. Я не видел. Не видь, нельзя. Вот так и смотри отсюда. Блин. Сейчас. Не подходи до ящика, ты спалишь. Нет, я не буду. Нельзя, это ничего. Если он увидит, мочи его, если он нарушит правила, аниматроник, мочи его. Да я ничего не видел. Смотри мне, смотри, аниматронику все равно. Видел или нет, у него он крючок. Насадит тебя в голову. Короче говоря, у меня есть только два варианта. Да. Ноги грязные, посмотри, какие. Да, вонючие. Да. Это по-любому с FNAF 3. Так. Это, может быть, Shadow Freddy. Не знаю. У меня больше вариантов просто нет. Какой последний вариант? Shadow Freddy. Угадал. Молодец. А вот тут уже будет сложно. Вот этот аниматроник, ну реально будет очень сложно угадать. Блин, реально сложный. Такие аниматроников есть, да, и Спринтрапа, и у Фокси, и еще там у некоторых есть. Давай. Это Спринтрап. Точно? Точно. Да.
Ладно, ладно, давай вот эти. Ну, блин, хотел запутать, но не получается иногда. Не получается, да? Кто это у нас в хате? Той Бонни. Мочи его. На тебе. Классно, класс. Так, ну все, аниматроник, готовься сейчас, потому что все равно тебе придется его замочить. Он сейчас не угадает. Ну-ка. Погоди, это кто был? Ага. О, у них ноги одинаковые, реально. Блин, надо было мне таких аниматроников поближе ставить. Ноги одинаковые, вот блин. Ну что, ребята, в следующей серии мы будем развиваться, все лучше и лучше делать. Я теперь понял, как можно запутать. Взять аниматроников, найти всех одинаковыми ногами и тупо их запилить вот так. И ты вообще нереально угадать будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Это... Ноги у них очень похожи, но это... Да, они отличаются это, чем-то. Это, чуть-чуть. Это Визард Кэнди. Так. А это, скорее всего, Визард Синди. Такая же самая, мочи его! Я двух одинаковых поставил. Давай, давай, давай! Догоняй его, мочи! Побежал! Есть! Да. Отлично! Ребята, напишите в конце в комментариях, сколько он угадал, а сколько не угадал. Я думаю, что половину угадал, половину не угадал, да? Где-то так. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас новая рубрика «Угадай аниматроника по части тела». Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем угадывать аниматроников. Так, давайте начнем отсюда. Потому что я чувствую, вот это я угадаю сразу. Так, давайте анализировать. Оно шевелится, как желейка. Так, 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 Сережка, это... Да, сейчас... А чё так сложно? Я думал, будет реально легче. Клянусь, думаю, сейчас зайду раз-раз и все. Это Скрэбэйби. А почему нога похожа на Скрэбэйби? Следующий у нас экспонат с ногой. Это нога. Это нога. Спринт-трап. Угадал, угадал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот и нет, это спрингборд. А, видишь, я проверял, тоже выхватил эту штуку ты. А я сегодня угадываю хоть кого-то или не угадаю, мне интересно. Давай посмотрим. Это кошмарный спринт-трап. Угадал. Вот это... Подождите, подождите. Ребята, ставьте ролик на паузу, тайм-код, и давайте вместе будем угадывать. И кто угадал, попадет по-любому в следующий ролик в начале ролика. Ха-ха, гениально сказал. Это у нас эндоскелет... Нет, 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 нет. Это поломанный плюш-трап. А что ты? Что ты, умничаешь, вздумал? Хорошо, хорошо, не угадываю. Эндотрап. Да что ты наставил таких сложных? Оно для тебя. Это веселый спринт-трап. Да блин, да как веселый, скучный, Эндо. Что вы придумывали? Спринг-бонни обычный. Да блин, ты руку специально ему выставил так, типа, как-то странно. Машет тебе, привет передает. О, я увижу здесь кончик. Это... Так, подождите, сейчас я опять не угадаю, что ли? Да у меня веселый спринт-трап, скучный спринт-трап, а это... Это тоже спринт-трап, Серега? Не знаю, догадывайся сам. Это аниматроник. Нет, ладно, это не прокатывает, так я понял. Это... Это... Да блин, я не знаю, это спринт-трап какой-то тоже. Да? Ну ладно, да, нет? И нет, и да, за это я тебе просто пинок дам. Хорошо, поджопника, давай. Ого, да. Нифига себе, на 32 хп поджопник. Вот это я знаю, кто. Ну, блин, я не знаю. Я не знаю, кто это. Ой, я ему там топчусь. Это кошмарный Фокси. Да ну как по руке угадать? Это очень сложно. Блин, рубрика очень крутая, потому что я не могу их угадать. В следующий раз, ребята, кто хочет записывать с нами эту рубрику, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, будем вместе записывать ролики веселые. Golden Freddy. Угадал. Рука очень похожа. Это... Так, блин, да как угадать по ноге? Ну это же невозможно, это очень сложно. Ну я не знаю.
Это... Догадайся. Ну, это кошмарный... Кошмар. Ну, я не... Ой, я тут вижу кусочек пуза. Это... Так как угадать, кошмарный Фокси? Нет, кошмарный хэллоуинский Бонни. Да ты вообще их поставил на таких поставил сложных. Хорошо, хорошо. Вообще нереально угадать. Я, получается, двоих угадал за это все время. Да. А что ты поставил хэллоуинских, там, шмалоуинских? А что, нельзя? Так я не понимаю, кто это. Я специально для этого... Это хэллоуинский Фредди. Это Найтмэр Фокси. Да. Блин, да. Так, вот теперь я не буду спешить, мне надо реально хорошо подумать. Что это? Нога? А ты ее раздувал или нет? Нет. Это что за покемон? Мне кажется, ты ему ногу раздул чуть-чуть. Не, а ну дай понюхай. Воняет. Так, если воняет... Неделю. Не мыл ноги неделю, ты, наверное, своего производства не мыл. Ну, мне кажется... А если кажется, креститься надо? Я тебя боюсь, ты когда рядом стоишь, отойди на один сантиметр и дальше. Нет, я на еще сантиметр ближе к тебе. У тебя зубы острые. Спину буду дышать. В животе острые. Так это ноги не у него воняют, а у тебя, походу. Нет, это ты воняешь, ты неделю не мылся. Блин, я уже боюсь, ты меня сейчас опять убьешь. Хорошо, давай тогда предположим, что это... Да блин, а вдруг это опять хэллоуинский кабака какой-то. Это... Это кошмарный Бонни. Боюсь. Ладно, ладно. Да почему это не Боня? Ну почему? Так. Ты его перекрасил, Серега? Да, я всех перекрасил. А, поэтому я не могу угадывать, что ты их поперекрашивал. Да, чтоб тебе было сложнее угадывать. А они повторяются среди всех этих аниматроников? Это уже секрет фирмы. А вдруг он не повторяется? Ну давайте сравним эту руку с этой рукой. Да не, она же одинаковая, эта рука. Как? А нет, не одинаковая. А ну-ка. Да, мне не повезло в этой серии. Не повезло, не повезло. Не повезло, не повезло. Я не смогу этот голос сделать. Да-да-да, типа так. Это... Вот честно, настолько нереально угадать сложно, что даже если я скажу наугад, я уверен, я не угадаю. Ну, давайте тогда будем пробовать наугад. А наугад... Ну, блин. А можно так посмотреть сквозь ящик? Ой, я спалил. Я думал, что нельзя посмотреть. Ну, я посмотрел. Ну, я сейчас скажу, если уверен. Да, ну, я даже не сказал. Давай просто попробую угадать, даже если я увидел его вид. Я, давай я попробую, что... Это хэллоуинский Бонни был или нет? Или кто это был? Нет, это не Хэллоуин. Да я даже если увидел, я все равно не угадал. Ты меня убил. Да я уже умер от этого экспоната. Еще это раз. Это уже за то, что ты неправильно отгадал. Да ну как неправильно угадал? Ну да, по сути. Бонни. Хорошо, давай отсюда будем. Ну тебя... Я не буду подсматривать, не буду. Просто ближе руку буду смотреть. А похоже... Я пропускаю. Давай следующий. Не терпи... О! Вот это обычный Фредди. Нет, это Бонни. Так, ну блин, у него нога от Фредди. Я знал, что эта рубрика будет очень сложная. Ну настолько я не знал, что она будет. Вот это... Ты его перек... Так ты же их поперекрашивал, поэтому я не могу угадать. Пропускаем. Во, обычный... Ну блин, ну. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень гениальное, которое заходит в тренды. Это обычный Фредди. Это Golden Boy Фредди. Ну как угадывать? Чувствую, да. Чувствую, нет. Это Синди. Это Той Чика. Так, вот рука подсказывает, чтобы вы поставили лайкосик. Лайкосик и подписались на канал. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я, мне кажется, я ей даже эти чуть-чуть не угадаю. О, вот это... Вот, а ну, у него рука похожа. Вот это обычный Фредди.
Да ну у них рука одинаковая! Ну одинаковая рука же в точь-точь! Как их можно отличить? А давайте вместе проанализируем. Четыре пальца изогнуто. И здесь четыре пальца изогнуто. Заметь, ноги у Чики это тяпки, а у Боньки культяпки. Ну тут рука, а тут нога, ну похоже. Ну во-первых, не угадал из-за чего. Ты ж ее, гад такой, перекрасил в коричневый дерьмовый цвет. В твой любимый. Ну я сегодня не угадаю, и это тоже, но я попробую. Это... Что у них одинаковые руки и ноги? Разработчик, зачем ты одинаковые руки и ноги сделал? Вот это... Блин, а... Ладно, это обычный Фредди. Ура! Обычный Фредди. Ну я не могу так играть! Ты меня убиваешь! Мне нравится. Да ну хватит нравиться, давай не нравится. Это... Это... Кто это может быть? Ну помогите мне угадать. Мне кажется, надо по этой рубрике стрим запускать и играть с подписчиками. Хорошо. Это кошмарный Фредди. Нет, это Чика. Кошмарная. Так, два осталось у нас два аниматроника, из которых я не знаю... О, давайте фонарик подрубим. С фонарика, может, легче будет. У кого такая ручка манесенька? О, подождите. Это Чика. Это меньше рука, да, чем у Чики? Это тогда обычная Чика. Татуй Бонни, ну блин, а. Мне кажется... Напишите в комментариях, вы бы угадали этих аниматроников или нет, когда у них одинаковые части тела. Последний аниматроник, вот сейчас я должен точно угадать. Ну вот как только это сделать... Взял, перекрасил. Ну, гад, а? Ну, гаденыш. Было тебе трудно, какашка такая. Так это же розовый цвет неугадываемый. Розовый? Догадайся, у кого есть еще розовый цвет? Ну, у тебя. Ты же можешь его поставить. У меня розовая шляпа. Так, так, так. Так, я сейчас смотрю, у кого похожая рука. Ты одинаковых не ставил, да? Не, одинаковых не ставил, разные аниматроники. Вот что, нельзя было одинаковых поставить, я бы точно угадал. Это... Такая пауза. Это... Кто это? Я не знаю, я боюсь честно угадывать. Хорошо, давай на угад. А если... Вот представьте, сейчас скажу на угад и угадаю. Это... А той Чика была, да, вот это что, Чика? Да. Той Бонни. Хорошо. Блин, это плохо. Подожди, сейчас я еще раз пройдусь. Ну, блин, я не знаю, как угадать этого аниматроника, если они... О! А, нет, не такое. И насос ты не использовал, не подкачивал им руки, да? Я только трех отгадал, по идее, да? Да. Хорошо, это... 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 Сейчас я за угол встану. Это... Это Чика. Нет, нет! Да ну, Серега, ну пожалуйста, ну не убивай меня, я же чуть-чуть не угадал трех штук. Я же трех штук угадал. Ребята, я буду выживать до последнего. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Все ждали рубрику «Угадай аниматроника по тени». Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем угадывать аниматроников. Серега расставил здесь очень много аниматроников, около двадцатки. И мы начинаем с вами веселиться и угадывать. Все по старой схеме. Если не угадываю аниматроника, Серега меня мочит этим злым, злостным, зубатым аниматрониксом. Так, Серега, я знаю, это Scrap Baby, правильно? Угадал, угадал. Так, это у нас... Это у нас той Чика. Это у нас... О, кстати, прикольно, предметы в руках. Они не подкрашиваются? А подкрашиваются. Ну, это понятно, это Чика, статуя свободы. Я уже боюсь, смотри на тебя, я понимаю, что сейчас у меня будет жипа. Так, вот здесь следующий у нас. Это у нас... Спринт-трап.
Да, спринтрап. Нет, а не пропустил. А, вот так значит. Ну, по глазам это... Это Фредди. Фокси, ладно, ладно. Ребята, знаете, в чем может быть проблема? Что мы скачали эти рэгдоллы, они новые, и не все, наверное... А, ну хотя у тебя тень по-любому была видна, да, даже от моего фонарика? Да не, это просто сам по себе такой аниматроник, он, видишь, прозрачный. А, полупрозрачный, ну ты специально троллинг, да, удачный, да, мне понравился. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы с Серегой записываем веселые ролики каждый день, тем самым продлевая людям жизнь классным смехом. Так, это у нас спринт-трап. Фух, я уже боюсь. Я понимаю, что сейчас будет тот момент, когда я не смогу угадывать. Это Фредди с маской VR. А чё, почему нет? Неоновый Фредди. А, якэлэ мэнэ какала. Хорошо, хорошо. Берем дальше цвет. Так, тут у нас кто-то есть? Во, вижу. Опа, с ножом? С ножом, с ножом. А кто у нас с ножом? Подожди. Ну, это... По голове-то спринтрап пузатый. Фух, я испугался, что ты меня сейчас убьешь. Ребята, оцените качество текстур. Они просто на высоте. Он такой был и пузатый, или это ты сам сделал? Нет, он был такой. Прикольно, детализация классная вообще. Он такой как будто бухой, что ли. Хорошо, той Чика. А почему это не той Чико? Неоновая той Чико. Да попридумывает, блин, накачал рэгдоллов. Сам качал и сам на них попадаюсь. Вот даже смотри, тут game over написано. Ты проиграешь, ты проиграл. Ты знал, что это будет. Это... Той Бонни. Ну что, кто это? А кто это? Я таких не видел никогда аниматроников. Ребята, напишите в комментариях, вы видели таких аниматроников или нет? Я нет. Никогда в жизни. Так, это у нас... Что-то я уже боюсь угадывать. Ты специально сделал сначала легко, а потом все сложнее и сложнее. Что-то неоновая Чика, что ли? Я уже не знаю. Я не знаю, кто это. Догадывайся. Ну, пусть будет Чика просто. Кто это? Сгоревшая Чика. Да ну вообще же не угадал, что ты меня убил. Сгоревшая. Да я знаю, что не полечилось, а. Блин, забыл эту челепиздриху, как ее зовут. Это кто в платьичке? Марионетка в платье. Кто это? Да кто это? Что ты молчишь? Опа. Ты сам не знаешь. Кто? Кукла. Кукла, ряба. Ну это Балора. Фу, хоть не неоновая. Это было бы смешно. Это... Голден Фредди. Да. Есть, знаешь почему, как я угадываю теперь? У него не было микрофона в руках. Это кошмарная Шика. Да. Это... Ого, что у него за крючок такой? Фокси в шляпе, но не он неоновый. Блин, а почему? Это же Фокси шляпный. Да почему нет? Это Фокси-укротитель. А, у него плетка в руках? Да, не, у него вместо руки хлыст. Блин, вот придумают рэгдоллов, накачал на свою голову. О. Эндоскелет-робот. Ну как угадывать, я не знаю их. Ну я не знаю. Они сложные очень. Огнеметчик Эндо. Эндо... Да откуда они такие взялись? Так, подожди. Подожди. Ребята, не спешим. Смотри, ты на меня смотришь, да? Это боюсь, у тебя очень большие зубы. И ты вообще просто большого роста. Это Скрабэйби какая-то странная. Угадал. А чё? Это что, телевизор у неё в животе? Печка. А, телевизор, ну блин, на пе... Это что, получается, она чё, на угле работает? Робот угольный? Да. Это балун... Сейчас, подожди, балун бой или балун герл? Балун герл!
Бабунбой. Да ну хочу-не-не, что ли? Ну блин, это все сложно. Прикольная серия. Надеюсь, ребята, наши ролики поднимают вам настроение. Как тебе Бабунбой, кстати? Да, я посмотрю. А, да ты как... ему... А что ты ему глаза сделал на орбите? Это очень смешно смотрит. Ой, блин, это реально угар, мне смешно. Хорошо, хорошо. Это... Кто это? Бирка у него на уши. Это Бонни. Праздничный Бонни. Да, блин, я так думал, что я угадал. Да, почему ты такие странные слова добавляешь? Праздничный, неоновый, ну что это? Ну видно же, что он праздничный. Да ну не видно, а как угадать, видно, что он праздничный по тени? По бирке можно понять. Это фиолетовый Фредди. Да зачем он руки вот так сделал впереди, как будто это оно? Решили мы, ребята, разнообразить рубрику для эксперимента. Сейчас Серега будет брать пилпаки и заходить, и я буду по Сереге угадывать, что это за аниматроник. Но я так понимаю, что просто не будет. Давай, заходи. Я захожу. Вот. О, я вижу. Ну это пранк, это все легко и просто. Это... Сейчас, стой. Ты мне специально хочешь как-то обмануть. Подожди. Это мангл. А вот и нет, это Nightmare Mangle. Да я же знал, что ты какой-то прикол придумал. Хорошо, хорошо. Напишите, ребята, в комментариях, как лучше, когда я угадываю Рэгдолла или когда Серега заходит и берет аниматроников, я по Сереге угадываю. Потому что все делается методом проб и ошибок. Захожу. А я забыл, как его зовут. Сейчас скажу. Твистед. Бонни. Угадал. А чуть не обосротейшн. Хорошо. Я уже готов был тебя сожрать. Нельзя быть готовым. О, так это я тоже угадаю. Это Твистед Голден Фредди. Не угадал. А почему? Я же правильно сказал. Это Фредди. Это обычный Фредди, не Голден. Так, все, я сейчас буду дольше думать. Я сильно спешу. И поэтому я проигрываю. Надо не спешить. Я вижу, зашел. Серега, зашел. Так, подожди. Надо посмотреть, у тебя на руках есть пупырышки какие-то? Так. Так, подожди. Подождите. А как... Ну, вот это. Ты сейчас опять можешь взять того же самого и затроллить меня. Ну, я не знаю, подождите. Ребята, напишите в комментариях тайм-код, и угадали ли вместе мы с вами у аниматроника, потому что я думаю, что это просто Твистед Фредди. Да, угадал. А, Серега, я знал, что ты меня хочешь обмануть, я знал. В этом есть прикол обмана. Так, я тут. Ну, это же легко. Сейчас только я скажу, ты подожди, это я просто думаю вслух. Марионетка, правильно? Но марионетка не простая, а марионетка кошмарная. Угадал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Классно, мне нравится, что я угадываю. Хотя я много раз слился. Классный огнеметчик. Скрабэби на углях. Вообще эпично придумали. Так, вижу, ты уже заходишь. Опа, топает. Так. Ну это же легко, это... Сейчас. Это Фредди, поломанный Фредди. Угадал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О. Ого. А, так я же знаю, кто это. Это Твистел Голден Фредди. Угадал. А я угадываю сегодня аниматроников. Что это означает? Что мой скилл по узнаванию аниматроников улучшился в несколько раз. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Angry Panda. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Angry Panda, давай, поздоровайся как Чебака. Ребята, напишите в комментариях, Чубака разве так здоровается или нет? Сегодня мы играем в Гаррис Мод, очень классную рубрику, это будет новое на нашем канале, угадай аниматроника по тени.
Я себе опять игрушки, приятного аппетита. А мы будем начинать. На карте стоят аниматроники, которые мы должны угадать по тени. Если мы не угадаем, Серега нас убивает. Если мы угадываем, то значит мы красавчики. Берем тулган, и когда мы угадываем, включаем ему цвет. Ну это мангл, вот, смотри, голова ее манглихи. Проверяем, да? Угадали, Серега? Да. Угадали. Молодцы. Так, следующая, это у нас головашка. Стоп, а тут еще след. А, я проверял, видишь, тоже заметил, молодец. Ой, это не знаю. Ой, я так делаю голову ему длинную. Это прикольно. Ух ты, а кто это? Догадывай. Да подожди. Я думаю, это плюш-трап. Да, Angry Panda? Да, ну это плюш-трап. Это плюш-трап, так, отлично, знаешь? А так не хочется слиться, смотрите, какой он страшный. Он хочет меня убить, я уже знаю, что он специально это запутывает. Смотри, какой он милый. Серега специально изменил им голову, чтобы они как-то казались необычно. И тяжело было угадывать. Так, это голова у нас. Это не голова у нас. Это голова. Это не голова. Так что это такое, Серега? Догадывайся. Фу, у тебя ноги воняют, отойди. Иди ноги помой. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И как видите, мы записываем какие-то очень прикольные рубрики, которые другие ютуберы не снимают. Это... Ну это голова или это аниматроник? Я не понимаю. Аниматроник. Это аниматроник Балун Бой. Да. Fucking shit! Ладно, ладно, слышь, я думал будет легко угадывать, но почему-то что-то пошло не так. Это легко, правильно? Это мангл. Это мангл. Есть. Это мангл. Есть. Магическая. Ну блин, это магическая, я забыл, что в этом ролике мы должны угадывать даже по части, кошмарные или какие-то еще, потому что сильно просто. Серега, ты сильно просто. Это Фредди. Нет! Да ну как я могу по тени узнать, что это фиолетовый Фредди? Ну блин, ну ты патимейкер, да, точно. Шейкер-шейкер. Ну блин, это прикольно, мне это нравится. Так, вот он следующий. Очень крутая рубрика, я даже не ожидал, что так будет классно. Это... А кто? Ну это Фредди? Это Фредбер, да? Да. Ура! Фух, а наши ладохи новые вспотели. Это спринтрап, наверное, да? Спринтрап. Подожди, мне кажется, это не простой спринтрап. Это какой-то... Это какой-то другой спринтрап. Ладно, просто... 90, ладно, давайте просто спринтрап. Фух. Нет. Да я... А что? Да что не так? Ну что, Сережка? А какой он? Какой это? Спрингбони. Ёкалэмэнэ какала. Ну что ты раньше не сказал? Это Чика. Отлично. А тут кто? Так, ребята, ставьте ролик на паузу и помогайте нам угадывать. Что это за аниматроник? Ну это плюш-трап. Да? Да. Да как, почему ты убил? Ну это же плюш-трап! Это не плюш-трап. А кто это? У него название такое. Димас, давай я дальше буду угадывать. Давай вместе будем советоваться, не спешить, потому что я, кажется, спешу. Ну давай, теперь ты, Angry Panda, давай. Ну, смотря, если так смотреть, это похоже на спринт-трапа. Спринт-трапа. Давай. Все, ты так анализировал, мы сейчас проиграем из-за тебя опять. Давай. Не, дай я еще раз смотрю, мне кажется, это с какой-то части. Ладно, ладно, если что, пока. Нет, не пока, фух. Это Фокси. Обычный или необычный, как ты думаешь? Дай. Серега, а что у него голова маленькая? Он что, и плечи широкие? Ладно, это Фокси. Да. Очко Нейшн. Это похоже либо на золотого Фредди, либо на золотой Спринг Бонни. Тихо, 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 ребята, давайте проанализируем. Нет, нет, ты не прав. Это, скорее всего, Чика. Это... А это Чика, это ты Чика. Чика, да? Я угадал? Той Чика, по идее, да. Той Чика?
Да. Нет, так той Чика же не такая злая, она же добрая. Так у нее... Подожди. Это он взял еще голову, увеличил и сделал какую-то у нее головоногу. А, нет! Это той Фредди, это той Фредди, это той Фредди. Той Фредди? Да. Серега! Давай, короче, я угадаю Чику, а он говорит, что это той Фредди. И кто угадывает, ты того хотя бы не убей, хорошо? Хорошо. Ну блин, а ну почему мы не угадываем? Серега, ты специально сделал, что нам сложно угадывать. А вы тут одного аниматроника пропустили. Идем. Вот тут. А я его не вижу, но мы сейчас... О! Понял. Так, ну это же очень легко. Это Фредди, той Фредди. Да, почему не Угу? Если это Угу? Той Фредди. Ну блин, ну мы же правильно не угадали. Ой, настроение классное. Поехали дальше. Что ж еще делать? Ух ты, а это из четвертой части Фредди. А какой Фредди, я вот не понимаю. А я знаю, это Фредбер. Кошмарный Фредди. Ну нет, ну почему? А, да. Да? Да. Фух, я думал, он черный, и я же вспомнил, что и такое бывает. А че он такой у тебя раздутый? Знаю. Серега, это что, он кушает у тебя пахнул, много или что? Пахнул пельменями. Кошмарная марионетка. Кошмарная марионетка, да? Точно? Фух. Ого, не кухня. Вот это я... Супер. Ну, мне нравится вот этот Фредди, ты с него такого жирного сделал. Очень прикольно смотри, я тут голову увеличил. Да, тяжело угадывать. Так, может тут кто-то еще есть, не? Фредди, вот он, нет, вот Фредди. Так. Не, ну это точно Фредди, ты думаешь? Ну, голова Фредди. Ну смотри, смотри мне. Это Голден Фредди. А как мы можем цвет угадать по тени? В этом и прикол, да, Серега? Еще взял голову и раздувал. Ты у него руки какие. Это он дистрофик, короче, голова здоровая, а руки маленькие. Мне нравится. Это эндоскелет. Ну да, угадали, все правильно. Да. Так, здесь у нас есть еще кто-то? Папа невидимым сделал. А что? Это спять ночей пони, Сережечка? А как она называется? Не скажу. Angry Panda, как называется «Спят на Чипонии»? Это пони? Ну вот это вот костлявая. Ну? Нет, конечно. А Серега, а можно пропустить? Нет. Ладно, это... Я и забыл их имена. Ребята часто пишут в комментариях, как она зовут, да? И тогда нас не убьешь. Ой, боже, что за ужас, мы не угадали. Ладно, ладно. Мы в этот раз подали специально Сереге, чтобы он подумал, что он классно все сделал. Да. Поехали дальше. Тут еще один. Спринтрап. Это спринтрап. Отлично. Это кошмарный балунбой. Отлично. Это 8-бит на Скрабэйби. Блин, вот это я не знаю. Я не помню, как это. Он черного цвета идет. Из четвертой части. Ну, как называется? Кошмарный. Получается, да? Кошмарный аниматроник. Какой он урод. Ну, блин, ну, Серега, ты же знаешь, что мы не знаем. Специально поставил таких редких очень аниматроников. Хорошо, хорошо. Это? Кто это? Ну, это Фредди. Обычный Фредди. Нет. Ну, ладно. Блин, в зале попридумали 1 000 000 Фредди. Вот как их угадывать? Вот здесь еще. Кошмарный... Нет, Дим, вот здесь. Балун Гёрл. Угадал. А, не. Гёрл сказал. А это Балун Бой. Это... А чё я знаю, вот прям... А, это Бонька. Отлично. Отлично. Вот это кошмарный Бонни.
Нет! Да почему нет, если нет? Хэллоуин кинает Мэрбой. Хорошо, хорошо. А ну, Серега, отойди. Это фиолетовый человек. А, так это же Марионеточ. Кошмарная. Нет, обычная. Да? Чё? Всё. Обычная марионетка, да? Ну да. Это... сейчас скажу. Я сейчас скажу, кто это. Five Nights at Candy's. И зовут... А ну, рука костлявая или не костлявая? И зовут ее Синди. Ура, угадал. Ух. Вот это у нас сгоревшая Чика. Ребята, напишите в комментариях, как вам эта рубрика. Если она вам понравилась, не забудьте подписаться на канал и поставить лайкос. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Написали в комментариях, чтобы мы записали рубрику «Угадай аниматроника по тени». И сегодня будет не просто классная рубрика, а офигенная, потому что мы скачали новых, много классных аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угадывать. Так, Серега, я догадываюсь, что ты уже наставил с первого пака. Это у нас Пик-Пач. Нет, это мистер Гиппо. Блин, попридумают аниматроников. Так, начинается веселье. Ребята, угадывайте вместе со мной. Но это Хэппи Фрог. Угадал, угадал. Так. Ну, это тот, кого я и называл. Пигапач. Или... Нет, это... Это Нидбир. Угадал. А что это за аккумулятор у него такой? Заряжается, что так ли? Это у всех аниматроников, заметь, Дима. Вот. О, прикольно. Него... Кстати, ребята, в конце ролика напишите вообще, как вам эти новые... Рэгдоллы, и может вообще нам сделать на них обзор, потому что реально дальше будут очень крутые. Так, эта слонишка называется Лифант. Угадал. Ну, это было очень просто. Дальше я понимаю, что я не угадаю. Это какие-то гитара. Гитара у нас только Пиг Пач, который я первого хотел сказать. Ну, они, кстати, похожи очень. Только у этого гитары нет в руках и разный цвет. Да. Кстати, очень круто смотрится. Так, дальше я уже не знаю и не буду подглядывать, будем прям угадывать. Так, а у них тоже какой-то есть префикс? Угадывай. Или просто называть кого аниматроника без префикса? Префикс. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся записать ролики очень веселые, которые поднимают вам настроение и попадают в тренды. Ваше настроение. Это, короче, Фредди, который пришел в караоке петь. Не, ну это и так не сработает. Короче, Фредди спивак. Не? Глэм-рок Фредди. Да, блин. Я знал, что я не... Честно скажу, не буду обманывать. Этих аниматроников я очень плохо знаю. Я уверен, что вы их тоже плохо знаете. Ну, есть определенные, да, знания. Но эти прям сложноватые. О, это синтезатор. Ага. Ага. Это... Сейчас, стойте. Такой очень похожий, очень прям похожий на Фокси. Но... Что, это Фокси Рок тоже будет? Или что, как это будет? Хорошо, это Фокси Рок-н-ролл. Че, как ты там говорил, да? Не? Нет, это не Фокси, это Глам-рок Монтгомери. Боже, зачем такие сложные названия делать? Это новые аниматроники, которые будут во FNAF 9. Я знал, видишь, ты тоже шаришь? Красавчик. Да. Блин, ну я сейчас тоже не угадаю, потому что уже понятно. Это его подружка, что ли? Ржи. Ребята, помогите угадывать. Так, подождите. Не, ну да, это с этого все пака. Это ты. Да, это не я. О, этих я уже, походу, не знаю тоже. Это... Айлфермэнэрок. Нет, ладно, я не... Это... Фокси Гёрл Рок. Нет, это Роксана Волк. Да ну, блин, я же близко был. Блин, накачал сам этих рэгдоллов. И даже не знаю, как они называются. Ну, а что вы хотели? Чтобы было интересно, надо что-то сюда новенькое выдумывать.
Вот, блин, у него какой-то тоже конченый префикс, я уверен, я не угадаю сейчас. Это... А, подождите. А что у него банджо в руках? Это что, Фредди Бенджамист? Нет, не Бенджамист. Подожди, да подожди ты! Это... Фредди Стиха... Подожди, может, это не Фредди Стихас? Настоящий мексиканец. А, так это Фредди мексиканец. Нет, Фредди... Фредди гитар... Фредди Бенджамист мексиканец. Фредди... Ну, блин, ты скажи, как? Ну, как подсказку догадай. Какую-то, да. Ну, дай подсказку маленькую там. Ну, смотри, у него шляпа. Шляпа. Еще что у него, смотри. Банджо. Банджо. Бенджамист. Ну, а кто это тогда? Фредди Бенджамист. Да ну, я не знаю. Ну, музыкальный Фредди, певец. У него еще такое пончо сзади какой-то. Да блин, я сейчас скажу какую-то ерунду, и в принципе я все равно не знаю, как он называется. Фредди. Ну, Серега, это Фредди. Фредди. Какой префикс, подскажи? Нету префикса. Да там Фредди без префикса. Да ну почему? Я же угадал! Эльчипа это. Эльчипа, господи! Зачем таких сложных при. Вот еще один, от которого тоже не знаю. Это. Аниматроник-паук. Это у него что, тарелки. Блин, веселый ролик получается. Паук, аниматроник, Кович. Паук, Альбертович. Альбертович это? Ну подскажи, пожалуйста, как-то у тебя там никнеймовый или что? Ладно, мьюзик. Ага, паук, музыкант, аниматроник. Ильич. Я знаю, как он выглядит, все, я даже, ну, я не знаю, как его зовут. Ну, я тебе дал подсказку. Мьюзик, аниматроникс мьюзик. Мьюзикмен, блин. Мьюзикмен. Господи, зачем придумал так сложно? Блин. Все, дальше без подсказок сам. Так ты и так меня убиваешь, даже с подсказок. Я хоть одного угадал за всю серию, не? А, да, двоих или троих. Так, это... Опять говно какое-то в руках где. А, это же Чика с перевернутым кексом. Ну это не простая Чика, да, наверное? Угу. Чика. Тила. Блин, ну я не знаю. Сейчас, подожди. Так, ну то, что это Чика, это точно. Короче, пусть будет. Да я боюсь, что ты меня сейчас убьешь, если я не угадаю. Я убью тебя и так. Даже если угадаешь, я понял. Короче. Это Чика Мьюзик. Нет, это Фантайм Чика, ну стой. Ну пожалуйста, не... ладно, мочи. Да ты говно у меня лагает. Хорошо, говно не лагай. Так убивай, ладно. Ну не угадал, ну ладно, сложно, честно скажу. Как ты говоришь, ее зовут? Фантайм Чика. Господи, с чего-то... А, точно, да. Точно, да, Дима? О, сейчас скажу, а я знаю, кто это. Это... Сейчас. Это Twisted Bonnie. Ля-л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 я
есть. Это... Сейчас, подождите, точно. Это есть Twisted Freddy, а есть Twisted Golden Freddy. Так, стоп. Это... А у кого бурышки на руках? Я уже забыл. Да. Twisted Golden Fox. Не, подожди, какой Golden Fox еще я мочу. Twisted Golden Freddy. Да что? Того придумывают ерунду всякую. Зачем так усложнять жизнь людям? Хорошо. О. О. Что это? Fly, короче, приделать ей что? Scrybaby Fly или что это? А какой префикс у меня? Подскажи, пожалуйста. Baby. Baby. Да не, ну что, просто baby? Да. Тогда это... Ну... Ну, кто это? Пусть будет Scrybaby...
Летающая, это ну... Короче, Скраббэби. Ну я же угадал. Бэби Херц. Это... Так это же индоск... Блин, я не угадаю сейчас, наверное, да? Ну, Серега, зачем ты поставил так сложно? Это ты ему руки поднял или руки были подняты? Я поднял ему руки, конечно же. Это... А вдруг это не эндоскелет? Да чего? Вдруг у него тень конченая, не две, а... Он стеклянный, что ли? А как его зовут? Его зовут... Бонни Блэкхерт. Бонни Черное Сердце. И ты не угадал, да? Это я... Да никто бы не угадал, да никто не угадал бы, Сережка. На записи посмотрим, что там у тебя было. Это... Как ты говорил, префикс у этой челепихи этой? Бэби был. У этой Херстик. Херстик плюш трап. Просто плюс травма. Да господи, ну почему так все сложно? Он-то давно издевается, помогите. Кто тебе не поможет? Чего это за рахиты тут вообще дальше стоят? Вообще не понимаю. Так, подожди. Ну это Балун Бой. А что у него и как-то? Что-то с ним не то. Подожди, табличка маленькая. Слышь, ты что-то ему изменил здесь, мне кажется. А чё так с Балумбоем? Балумбой как Балумбой. Нет. Да. А чё, да? Ладно, а что я сейчас скажу, если просто скажу Балумбой, я проиграю опять. Это... Ну... Это... Сейчас Херстик скажу, не то. Это не то. Балумбой странный. Свамп. Кто это придумал этих аниматроников? Я ему хочу в лицо посмотреть. Это очень сложно их угадывать. Ребята, напишите в комментариях, вы бы угадали вот этого аниматроника? Не, ну то, что это Балун Бой, я понятно. Что у него в руках? Шарик пупырчатый или что это у него? Какой-то, знаешь... Это булава у него в руках. Из говна и палок сделан. И что, сейчас скажу Балун Бой Свамп, и это я опять не угадаю по-любому. Это... А какой префикс у него, ты говорил? У какого? Ну, вот этого челика, который тут стоит с булавой. А, я не буду говорить. Хорошо. Палевный будет. Балунбой палевный. Нет, Балунбой... Пусть будет Балунбой... Да ну, блин, я не знаю. Короче, Балунбой Найтмэр. Фростбайт. Фростбайт. Какой Фростбайт? Это движок такой есть, на котором игры делают. Фростбайт. Хорошо. О, это Балора Фростбайт. А вот ты не угадал, это Балора Арктик. Так ты же сам говорил, что префикс Фростбайт. Так это Балунбой Фростбайт, а Балора Арктик. А. Ага. Очень круто смотрится, реально. Не знаю, откуда такое фантазия, но очень круто смотрится. У нас, кстати, есть, ребята, мод, который можно рэгдол одевать. Так что 3000 лайков, и мы записываем обзор на эти рэгдолы. За них можно будет прям побегать, пошевелиться и сделать на них классный обзорчик. Это Фредди Арктик. Фростбир Блэк... Блэк Каки. Да что, издевается надо мной? Да хватит ржать так сильно, я должен был ржать. Блин, нафига надо тебе угадывать? Все, в следующей серии ты будешь угадывать, я еще скачаю рэгдолов, там еще их много. Давай, я буду только за. Фростбайт Бонни. Нет. Той Бонни Болдер какой-то. Боже, что за балдяра? Балдяра вонючий. Тут вообще элементарно, тут даже кекс это выдает сам себя. Не, ну это Чика, так опять же, балдяра. Чика Болд. Нет. Чика в костюме пиратки. Катрина. Той Чика Катрина. Той Чика Катрина. Ну боже, зачем так сложно? А ты бы угадал, если бы ты угадывал? Тоже нет. Ну знаешь, я бы просмотрел, подумал, и потом только угадал. А так неинтересно, если я открою все пилпаки, где они находятся... то я их найду там и буду называть точные имена. Тут надо угадывать.
Да ты я же... бы угадывал, я бы угадывал. Я вижу, как бы ты угадывал. Это Фредди, 100%. Ну какой у него префикс рахитный? Серега, ты можешь префикс подсказать? Woodland. Фредди Bloodland. Неправильно, той Фредди Woodland. А, Woodland. Вот, блин. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Серега, Радекс. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Приветики, омлетики. Ребята, сегодня у нас очень классный и офигенный ролик, потому что мы будем записывать рубрику, которую мы не записывали уже несколько лет. Угадай аниматроника по тени. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем угадывать. Надеюсь, у меня это получится. И если я не смогу угадывать, то Гусанек будет меня убивать за этого гигантского аниматроника. Поэтому мне надо очень сильно будет стараться, чтобы выживать. Так, ну давайте начнем с первого. Это у нас Фокси, правильно? Только не убивай, подожди, я еще не сказал до конца. Это Фокси кошмар... полома... Паш... Кошмарно поломанный Фокси, правильно? Это точный, да? Это точный, да, Фокси. Ну, правильно, я же угадал? Ну, это не поломанный. Ну, как не поломанный? У него ноги поломаны. Ладно, 50 на 50. 50 на 50. Ни туда, ни сюда. Хорошо, ребята, это было угадано наполовину. Следующий у нас... это обычный Фредди. Нет, это Golden Freddy. Golden Freddy вот это вот. Хорошо, Дима. Давай. Нет! Нет! Нет, да блин, ребят! Да я специально неправильно сказал. Блин, они меня, ребята, очень сильно запутали. Ролик будет, чувствую, очень веселым. Ну и при этом очень сложным. Так, это у нас Glitch Trap. Нет, это Ванесс. Да ё-моё! Да вы издеваетесь, блин. Хорошо, вот это у нас... Это один... Вот как угадать, кто Луна, а кто Солнце? Ну вот думай. Подожди, а у них же отличается? Они ни с чем не отличаются, как мне угадать? Серега, ты специально так сделал, что... Ну что, вообще никаких отличий нету? Угадывай, угадывай. Никаких отличий нету, Серега. Хорошо, первое это у нас будет Солнце. Есть! Есть! Отлично. Молодец. Ребята, напишите в конце ролика, сколько раз я угадал, сколько нет. Все-таки, кто у нас будет победителем, пацаны или я? И второе у нас тоже Солнце. Нет, нет, я бы так сделал, но я не сделал так. Ну ё-моё. Хорошо. Это у нас... Это Бонька. Есть, угадал. Это Балунбой. Я выиграю вас всех. Это Чика. Отлично. Кошмарный Балунбой. Отлично. Мангл, мангл обычная. Кошмарная мангл. Ай, блин. Да ну блин. Да ё-моё. Серега, ты специально так сделал, я все понял. Так, давайте думать хорошо. Вот это у нас... Это? Так подожди, я, когда я сейчас буду рассуждать, вы не убивайте сразу. Да я знаю Гусанька, ему лишь бы убить человека просто так. Ну это... Ну кошмарный... Бонни. Нет, это Джек Бонни. Да ну блин! Да ё-моё, ну ёкалы-мэнекала. Это Чика. Ой, подожди, стой, какая Чика? Марионетка, марионетка, которую меня запутали уже. Обычная марионетка. Нет, это Найтмэр. Так, I Nightmare. Так, погоди. Ну, Серега, ну хватит держать, я стараюсь. Ой, это что за рахита вы сделали? И как мне угадать, кто это? Бегущий дурачок. Подожди, стоп. Это Чика, это Чика, кошмарная Чика. Поломанная. Да. Отлично, я угадал. Нет, я сказал, да правильно. Да ну, Серега, ну не говори так! Не говори так! Это Golden Freddy. Есть! Угадал! Есть! Это... Плюшевый... Фокси. Ну-ка. Есть, да, угадал. Да, молодец. Так... Это Пингвинус. Пингвин? Правильно? Да? Ну ладно, вот. Да я не знаю, как их зовут, этих пингвинусов. Так, это... А чё такой маленький? Чё таких маленьких сделали? Угадывай. Стоп, 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 стоп. Так, чтоб я сильно не косячил.
Ну, Серега, вы специально... А вот, это у нас Визера Читер. Есть. Это у нас Визерет Бленк. Нет, вот, угадал. Это... Тут сложнее уже. Так, подожди, подожди, подожди. Это у нас ухи круглые. Кто ухо круглые? Так, подожди, стопэ, как кто? Блин, ребята, я не понимаю, как этого угадать человека. Так, стопэ, давайте будем думать логически. Поломанная рука у нас есть только... Блин, так у них на картинках уши не круглые здесь. Вот же с этого пака. Хорошо, это у нас будет Визерет Кэнди. Блин, нет! 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 А чё я не смог угадать? Это Дима была крыса. Это крыса. Ля ты крыса. Что, ля ты крыса? Точно, Серега, ну так не делается, а? О, вот это я угадаю. Это у нас как раз то, что я и говорил. Это у нас Визерет Синди. Угадал, да? Нет, это... Да нет! Кэнди. Так это она была, я видел ее в лицо! Визерет Кэнди, мочи его. Да, ну блин, Серега, ну не говори ему убивать меня постоянно. Блин, ребята, очень классный ролик. Надеюсь, вы обязательно подпишитесь на канал, поставите лайкосик и залетайте в наш Дискорд, пообщаемся, ссылочка в описании. Во, этого я угадаю. Вот этого я сейчас угадаю точно, потому что это у нас... Визерет Кэнди. Нет, да вы издеваетесь, что, что за бред? Ребята, они меня убивают сегодня больше всех на планете. О, этого я угадаю. Это с FNAF 3. Это с FNAF 3, стоп, так, так, подожди, FNAF 3. Называется он Phantom Freddy. Угадал? Угадал, отлично. Так, полувернутая башка. Принтрап. Угадал. Угадал. Отлично, ребята, я так переживаю. Это тоже Спринт Трап. Нет, угадал. Это Спринт... Ну, Спринт Бонни уже испугался аж. О, это кошмарная марионетка. Ой, Чика, блин, да блин, да стой, да блин, я не так да стой, Серега, ну ты, да ну ты, да я не договорил еще до конца, вы уже все... Ребята, они, короче, преследуют цель просто меня убивать всю серию, понимаете? Вот ихняя цель, просто издеваться. Хорошо, это... Так, давайте не будем спешить, потому что я проигрываю. Я уже чувствую, как я начал сливаться. А как вы думаете... Ну, мне кажется, я меньше раз угадал, чем... Не угадал. А если вот сложно, можно пропустить, а потом вернуться к нему? Вы что тут на крыше наде... Кто это такое за чучело? Как я угадаю, кто это? Это у нас кошмарный Бонни вот наверху. Да? Нет. А кто это? Это Визерет Бонни? Это Олд Бонни. А я знал. Соньку только кнопку жать, чтобы убивать меня. Понимаете, как он радуется, когда он убивает мне всю серию. Молодец. Так, ладно, давайте не будем пропускать. Это у нас... Визерет. А Визерет... Есть Фредди или нет? Это кошмарный... Нет, это Фредди. Поломанный Фредди. Это Фантом Фредди. Это Фантом Фредди. Я так, Санёк, ну ты хватит уже эту кнопку жать постоянно. Ну, блин, издевается. Надо мной. Серега сегодня издевается как может. Это у нас... Мангл. Ну что вы издеваетесь, Фантом это Мангл. Не одна... Правильно? Фантом Мангл. Ну Фантом, Фантом... я же сказал Фантом Мангл, да? Ты сказал Мангл. Ай, блин. Хорошо, хорошо, поехали дальше. Подожди, кто это у нас такой, челепиздрик? Принк Энда. Нет. Это я-то он! Это он разве? Да, это Спринг Энда. Сейчас скажу. Я выиграл. Вот же он. Не? Нет, Энда Бонни. Энда, да как? Йоцкие матроники сложные. Это просто Энда. Да. Так.
Это обычный Фредди. Нет! Это не обычный Фредди был? Это Фредбир. А, Фредбир. Хорошо. Так. Вот это обычный Фредди. Отлично, хоть что-то угадал. Это обычный Фокси. Ха-ха-ха! Я лучший игрок, я сейчас выиграю всех. Так, ну... Я скажу, когда я буду готов. Я просто анализирую. Это чика, но это не простая чика. И сейчас мы ее найдем. Смотрите, ребята, я знаю, что это за чика. Это у нас... Унвизера чика. Я угадал. Нет. Да это она! Вот она, Унвизера... Угадал. Угадал. Да, да, да. Серега, ты лишь бы меня убить. Я уже... Хорошо, Унвизер Эд Бонни. Да? Да, это он. Вот, пошло уже сложнее. Так, сложнее пошло. Это у нас... Это там, давай не подсматривай. Я не подсматриваю, я подгляд... Да я все равно не могу найти, кто это. Fine Time Foxy. Есть, угадал. Отлично, ребята. Не такой уж я и галимый, как думалось на первый взгляд. Опа, это у нас... Golden Freddy. Нет! Да блин, я руку не увидел, там окна не было, ну не было тени! Не было тени! Хорошо, хорошо, Серега, молодец! Хорош, хорош, вы меня троллите, мне нравится. О, так это же легко, вот это, что вы сейчас поставили, это очень легко. Потому что это... Циркус Бэйби. Отлично. Это у нас... Ага, ну а кто у него на руке? Как этого челика зовут, кто на руке? Балунбой Рукавичка. Ой, какой Балунбой, стой! Бонни Рукавичка. Я забыл, как его зовут. Как его зовут? Бон-бон вроде. Ну вот Бон-бон, я же сказал, да? Ты сказал Балунбой. Блин, ребята, ну... Ну если вы смотрите наши ролики, угорайте, как вы. Да блин, я забыл, когда сильно много аниматроника, начинаю путаться. Хотя я знал, да я знал на самом деле, кто это. Так, это все понятно, кто это. Это Эннард. Хорош, хорош. Блин, а это с Унвизера. Так, подожди, Унвизера, это у нас кто там есть? Твистед Фредди. Угадал. Угадал. Угадал, я ж профессионал. Это у нас Твистед Бонни. А, я красавчик. Это у нас Рипер Пупет. Есть. Ребята, я лучший игрок по Гаррис Моду. Так, а вот это уже посложнее будет, потому что это Рипер Мангл. Я лучший подсматривальщик аниматроников. Так, а это у нас Рипер Голден Фредди. Отлично, вы молодцы, пацаны, с одного пака всех наставили. Так, это у нас уже Рипер Чика. Молодец. Да, красавчик. Это у нас Рипер Балунбой. Правильно? Да. Слава богу, это я уже сам профессионально угадываю. Это Рипер Фокси. У меня все Риперы пошли. Это не Рипер. Блин, да я специально не так сказал. Видите, заметили. Хорошо, хорошо. Так, приближаемся уже до конца. Это у нас сгоревший... Так, не, подожди, какой сгоревший? Там таких нету у нас. Это... Без башки. Кто у нас без башки? Все, я понял. Это Бурнт Бонни. Нет. Нет? А кто это? Это Фредди. Это Фредди, да? Да. Так, голова. Да блин, ну это не смешно, я проиграл в этом ролике, вроде бы нет. Это у нас... Ну вы поняли, да? Это у нас получается Бурнт Чика. Есть. Что вы с этим аниматроником сделали? Кто это такой? Подожди, а кто это? Понимаю, стоп. Я не понимаю, кто это? Вы ему голову, что ли, сломали? Это собака. Кто это такой? Я не понимаю. Да я не... Как понять, кто это? Что это?
Серега, я не понимаю, кто это, как вы ему... Где, что? Ухи, глаза, подожди. Короче, это... Это Чика. Да кто это за урод такой? Меня за... Молодец, правильно, мочи всех. Всех мочи. Он неправильно тоже ответил. В смысле? Ладно, ладно. Это Stone the Crow. О, я знаю этого аниматрониху. Я знаю, кто это. Пацаны, это было очень просто. Потому что это у нас... Это Safon the Squad. Да? Ну да, это она. Угу. Отлично. Это кто у нас тут стоит с рукой поднятой? Что у него на голове? Кто это такой? Я не понимаю. Что вы с ним сделали? А кто это? Ну вот думай. Ребята, помогите мне кто-нибудь. Подожди, а кто у него хвост? Кто у него хвост? Это спринтрап. Нет. Что вы с... Ребята, это жесткий угар. За что надо так исказить человека и аниматроника, что непонятно, кто это? Это последний аниматроник, которого должен угадать? Да. Так, решающий момент, потому что концовку я должен забрать. Ну, опять его испортили всю жизнь человеку, этому аниматронику. А я не могу никак знать, кто это. Так, вроде бы Бонни, но вроде бы уши у него странные. Не, ну то, что это Бонни, это точно. А какой это Бонни? Ну, это может, посмотри, а может, они Бонни? Он изменен. Может, это не Бонни все-таки? Стойте, вот ухи идут, пузо. Нос у него. А Бонни разве такой? У него такой разве нос у Бонни? Ну, а может, и не Бонни это быть? А, блин, как же мне угадать, кто это? Подожди. Я жду, жду. Так как... Ну, хвост... Не, ну это... Подожди, это Бонни, 100%. И тогда это... 100%, да? Стоп, нет! Стой, стой, подожди, нет! Я не могу тебе точно утверждать это. Это... Короче, это обычный Бонни. Да вы ж... Да, Black Rabbit. Да ё-моё же, Rabbit! Ты что, надо такую фигню придумать, чтобы издеваться надо мной? Ребята, напишите обязательно в комментариях, сколько я угадал аниматроников, а сколько не угадал. И тогда мы сможем узнать, кто победил. Я думаю, что я победил, потому что я лучше всех угадал, да? Если понравилась эта рубрика и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!